Rajan Kalgın. Yine de ben sizinle İlgar Hacıyev. Bugün ben bir güzel bir material hazırlamışam. Siz her biriniz görürsünüz ki İlham Əliyev başta olarak Bəylər Eyyubov, ondan sonra Zakir Qaralov, indikilər demirəm, Vilayət Eyvazov, Əli Nağıyev, həm quldurlarını demirəm. Mən sizə bugün gözəl bir video fark göstərəcəm ki, İlham Əliyev Qodnisanovun, quldur Qodnisanovun əlinlə mənim şirkətimi nətər zəbt edir. Siz bugün öz gözünüzlə özünüz görəsiniz ki, İlham Əliyev tək Azərbaycanda yox, o əli hər yerə çatır. Qodnisanov kimi yaramazların əlinlə Rusiyada, Avropada, hər yerdə, dünyanın hər bir yerində cinayətlər edirlər. Avropada bloggerlara, bilirsiniz, sui-qəsdlər edirlər. Həm Rusiyada kimi fakt, mənim şirkətim kimi bir şirkət göz qabağında olan video faktları mən sizə təqdim edirəm. Və inanıram ki, hər biriniz azad bir insansınız. Bunları görəndən sonra ayağa qalxasınız ki, İlham Əliyev kimi quldur, insanların başına nə oyunlar açır. Və xahiş edirəm, hər birinizdən bu videonu bəyənin, paylaşın ki, insanlarımız bütün dünyada görsün İlham Əliyevin quldurluğunu. Rus dilində artıq milyonlarla baxılan kliplər var, baxılan roliklar var bunların cinayətlərini. İngilis dilində, hər bir dildə. Ona görə xahiş edirəm, hər biriniz bəyənin, paylaşın. İlham Əliyev quldur olmasını hər bir insan bilsin və görsün. Çox sağ olun. Yenə də sizlə İlgar Hacıyım. Черт, Данил, шеф позвонил, сейчас сказал мне подписывать никакие документы. Иди к нему. Скандал, да, это был? С Лёрой. Да нет, ну, скандала не было, просто... Я документы подписал, все это утро. Займ. Он говорит, это Авгут Семёнович, я не знаю, можно подписать. Кого? Авгут Семёнович. Алло. Я говорю, ну, понятно. Вот. И... Алло, Флёрдер Даниловна. А? Я, знаете как, немножко прям вообще сумма такая, 95 миллионов, сейчас переведу, что завтра будет, я не знаю, я позвонила тоже, сказала Эльгару Алазовичу, так как все-таки он должен это знать. Вы мне скажите, что это... Ну, конечно, конечно, пусть она звонит Владу... Пусть они поговорят, Флёрдер Даниловна, я вас очень прошу, я все понимаю, но я не могу просто сейчас взять... И без согласия такую сумму, хотя бы пусть нет, они созвонятся. Кристин, проблем мы не хотим. Я не хочу проблем. Из-за этого все я наберу... Проблема, а со стороны, это, ну, как ты сказал, да, но не буду повторять фамилии, имя не будет. Но с другой стороны будет, понимаешь?
Со стороны Ильгара Лазовича вы имеете в виду, не будет или что, я не поняла? Ну, а как он может тебе, так сказать, это? А со, с другой стороны будет. Ты здесь находишься. Мы здесь находимся. Я поняла. А что, если я... Ну, ну, я просто... Это сумма очень... Хотя бы пусть они обговорят, так как он... Слушай, значит, у меня команда есть. Все, больше я ничего не знаю. Вот скажи об этом. Позвони Владу и скажи. Я без его согласия не могу. Что он тебе скажет? А то я позвоню, скажу, что... +4 +4 +1 миллион +1 миллион +39 Общо 39 миллионов, да? 39, да. А сколько уже отдали? 101 200 Смотрите, здесь у нас получается по 2,5. Считайте. 5 штук, да? Это, вот это вот 2,5 миллиона. Вот это миллион, это по миллиону, это миллион, миллион. И вот это вот тоже миллион, вот эти две пачки. Ой, блин. 26 даже. То, что сколько ему отдаем, ты сама видишь. 31 мы отдали, правильно? Да. И вот 26, делай 57 миллионов. Правильно, Флёр Даниловна? 4. 31. 26, 57 мы ему передали, Иман Байрамовичу.